Ребят, всем привет! У меня тут новые камушки. Это мне Эден и ее папа, мой бывший муж, привезли с пустыни. Это, собственно, интересное дело. Они шли в Белый каньон, где полностью белый песок. Нашли там что-то типа кратера, и там вот кремень. Видите, кремень такой темный-темный. Вообще для Израиля это не свойственно. Они мне вот три каменюки привезли. Первобытные люди из такого кремня делали наконечники для стрел. Почему? Потому что когда он отбивается вот такими очень острыми частями. То есть из него очень хорошо делать вооружение примитивное. Я его помою, он еще в песке после пустыни. И будем на нем фоткать. Такие вот кремни красивые. О, рабочий, сейчас вам трудовые резервы покажу. Вот трудовой резерв номер один. И в Таиланде, как всегда, трудовой резерв номер два. Только теперь из кондиционера холодный воздух идет. У нас очень жарко, 32 градуса. Но ему все равно. Главное, чтобы дуло. Я их вообще-то не пускаю теперь сюда, после того, как они мне угробили компьютер. Ну, ладно. Кстати, может быть, вы видите, у меня на окнах черная плесень. Это все, что появилось за зиму. У нас очень сыро. Когда будет немножко более тепло, надо будет снять окна и хлоркой все промыть. Вот такая у нас в Израиле часто бывает фигня, когда вот черная плесень нападает. Вот тоже видно, видите, по углам. Даже на стекле есть. Вот это вот плесень все. И ничего нельзя сделать. Это нужно все хлоркой мыть. Вот такой дурацкий климат. Ладно, а теперь к нашим, как говорится, к нашим камушкам. У меня есть для вас очень приятный пакетик. Вот он. Этот пакетик, я вам честно скажу, очень давно у меня лежит. И мне кажется, что вы оцените. Это наш дорогой любимый шаблюль. Без шаблюля у меня сразу настроение падает, если я его неделю не показываю. У меня ощущение, что как-то, что я на чужбине, так сказать. Ностальгия у меня начинается. И такое вот ощущение оторванности от корней, так сказать. Значит, ребята, сейчас я вам объясню, что я показываю. Они сделали новую... Ну, как бы шаблюль постоянно, хозяева они ювелиры, их три хозяина, два брата и сестра. Сестра не занимается этим делом, вместо нее ее муж, он там генеральный директор. И два брата, которые, собственно, непосредственно делают украшения, притом в разных стилях. То, что наборные браслеты, это один брат, а вот такие всякие литевые модели, это другой. И они постоянно добавляют новые модели, то есть у них никогда нет простого, по чуть-чуть каждый раз... Я вижу, в каталоге появляется что-то новое. И вот когда я увидела вот, вот эти вещи, они, как правило, как вы знаете, все это делают с фианитами. Поскольку вот в Израиле как-то вот народ не понимает, натуральный камень, ненатуральный, всем по барабану. Главное, что оно сверкает очень красиво. И только вот Мариана постоянно там всем на нервы действует. И ради нее Катя каждый раз заказывает вот эти вот все полудраги. И поэтому... Когда я увидела, что есть такие модели с фианитами, ясное дело, я сразу, так сказать, возопила и сказала: алло, а где наше? То, что мы любим. И нам в качестве пробы поставили в каждую пару по разному виду камней и, соответственно, рассчитали цены все не такие, как с фианитами. Поэтому все это дело будет, ну, конечно же, дороже, чем с фианитом. Если кто-то захочет такую модель, например, с фианитом любого цвета, ну, не любого, там они делают белый, апельсиновый, то, что называется шампейн, лаванда, аметист, красный и, по-моему, голубой время от времени, то, конечно, это будет стоить дешевле. Но а мы как бы сразу просили вот такой. И еще, я не меняла на английскую швензу, дабы не делать это дороже, потому что многим не нужно. Многие очень даже классно любят вот такие вот петельки, которые на ушах, по-моему, удобнее всего. И, кстати, я вам могу выдать
небольшую заглушечку, если кто боится, что потеряется. И, девчонки, если мы уже говорим о потере серёг, обратите внимание, что из-за масок народ теряет серьги кучами просто. Резинки на ушах сбивают серьги, поэтому будьте осторожны. Итак, начнем. 23,51. Это у нас лимонный кварц. $59. Ребята, это я как-то начала с подешевле, и дальше у нас вещи будут дороже. Так что не радуйтесь. $59 это еще получается у нас одно из дешевых. Вот такая вот розочка и вот такой классный граненый лимонный топаз. Значит, такие же точно под номером 2349. Зеленый аметист. Они также оценены в $59. Для девчонок-израильтянок я сейчас считаю курс 3,3. Хотя он немножко выше, но он все время прыгает. Я просто не успеваю. Я делаю среднеарифметическое. Значит, зеленый аметист. Наш любименький. Мой так точно. Это у нас 23,49 за $59. Еще, девочки, хочу попросить для новеньких особенно. Девчонки, которые уже давно со мной знают. Я на WhatsApp отвечаю примерно в течение суток. Поэтому, если вы мне написали в 9 утра, я еще до 5 вечера не ответила, все в порядке. Это не значит, что я вас не люблю как-то особенно. Просто еще не дошла очередь. У меня реально очень большое количество переписки. Цитрин. Тоже $59. Я не всегда понимаю, по какому принципу идет расценка. Поэтому я как бы и не спрашиваю. Мне дают цену. И ладно. Например, здесь цитрин идет по цене лимонного кварца и зеленого аметиста. А в другой паре он, например, дороже. Не знаю. Что нам дали, то мы вам и показываем. 23,52. $59. Это у нас шпинель черная, граненая. Очень красивая. Она тоникса сильно очень отличается таким вот стеклянным. Как сказать, сверканием, что ли. Девчонки, кто любит черные камни, обратите на шпинель внимание, она действительно стоит того. Так, далее дымчатый кварц, конечно же, это все камушки, которые я люблю. $59. Например, раньше белый топаз оценялся дешевле, чем голубой топаз. Сейчас белый топаз у них в шаблюле в одну и ту же цену. Они утверждают, что очень сильно поставщики камней подняли цены из-за проблем с перелетами, с логистикой, с, ну, короче, со всем на свете. Так, девчонки, я вам показала сейчас 1, 2, 3, 5 пар одинаковой модели в одинаковую цену $59, только разные номера украшений. Теперь я вам буду показывать то же самое, но уже дороже. И сейчас я вам объясню почему. Значит, это у нас, ребята, 21,45 с голубым топазом. И по мгновению волшебной палочки что-то я такое сказала только что. Почему палочки что? Русский язык у меня вылетает время от времени. Надо бы начать книги читать как следует. А то я только аудиокниги слушаю. Так вот, с волшебной палочкой у нас произошел голубой топаз, который сразу по цене получился $90, ребята. Та же модель. Видите, какая разница? Это все из-за камня. Но реально очень красиво и, ну, крупненький. Ничего не скажешь. И, пардон, белый топазы тоже мы любим. Он тоже $90. Как я и сказала, сейчас топазы, неважно какого оттенка, они в одну и ту же цену. И голубые, и белые. $90.
Девочки, кто занимается камнями, может мне ответить на вопрос. Буду очень рада. Можем даже в комментарии это обсудить. Чем отличается у всех поставщиков украшений? Это все, в общем-то, Восток, я думаю. Восточная Азия, наверное, скорее. Короче говоря, почему есть лимонный кварц и лимонный топаз? Внешне мне они очень похожи. Но, в принципе, лимонный топаз, он, наверное, дороже все-таки, чем лимонный кварц. Я вижу очень у многих поставщиков, у кого-то лимонный кварц, у кого-то лимонный топаз. Вопрос, реально ли это два разных камня или просто люди путают. Ну вот Шаблюль, например, продает нам лимонный кварц, как лимонный кварц, и, соответственно, у него цена дешевле. А вот индусы, да, они нам присылают, индийцы, они нам присылают лимонный топаз, судя по инвойсу, которым написано название камней, и утверждают, что у них есть сертификат. Поэтому мне это крайне интересно. На внешний вид они мне очень сильно напоминают один напоминает второй. Так, смотрите, вот такая модель у нас. Зверская, очень красивая. Сюда поставить английские швензы, конечно, было бы неплохо. Опять же, не обязательно. $96. Это у нас 23,41. И тут получается у нас два белых топаза сверху и два огромных снизу. Чернение, как я люблю, между камнями. Думаю, что реально очень красивые вещи. $96. Кто, ребята, захочет с фианитами заказать, поверьте, будет тоже классно и намного дешевле. Так что имейте в виду. И голубой топаз. И, кстати, мы можем миксовать, если кому-то нужно. Можно попросить и делать маленький камень одного оттенка, а большой другого. Смотрите, какая все-таки красота. $96, $23.43. Что у нас с другими вставками? Та же модель, черная шпинель. И сразу цена, конечно же, падает. Эти серьги $71. Модель та же, как вы видите. $21.46. И у нас цитринчик $21.47, он тоже $71. Шикарно. Девчонки, кто ждет марказит? Посылка номер 3. У нас сейчас были 2, да, то есть все номера были 25-2, 26-2, 131-2. Это был как бы январский заказ, который в феврале делался. Февральский заказ, который делался в марте и вышел из производства и улетел, то есть это будет 1-3, 2-3, 3-3, то есть все номера, там немного, там, по-моему, около 75 украшений, он уже в Бен-Гурионе, я вообще про него забыла. И вдруг мы сегодня стоим там обсуждали с менеджером Хонга всякие интересные вещи. Камни обсуждали. Я хочу добавить кое-какие камни, которые мы еще не делали в марказите. И вдруг у меня пробило. И я ему пишу: слушай, а что с посылкой? Он говорит: да я тебе давно ее выслал. Я пробиваю. Она уже в Бен-Гурионе, оказывается. Представляете? А я вообще забыла про нее. Так что, ребята, кто ждет марказит третьего созыва, мартовский, тот, что мы в феврале подавали на март, то есть номер 3, скоро будет. Думаю, ну, пока не его растаможат, и скоро будем его смотреть. Я подала мартовский на апрель, это тот, который будет номер 4. Все, что там, кто опаздывал, срочно просил внедрить, я вроде внедрила. Посмотрим, это будет к концу месяца. Так, значит, у нас что здесь? Золото 14 карат, на нем даже это проба, так сказать, проставлена по этому поводу, с серой жемчужиной, она называется серая, хотя у меня на свету она такого интересного бежевого, что ли, цвет, не знаю, трудно сказать, очень красивый цвет,
с золотом компонируется, можно скомпонировать очень классно. И номер 2342, ребята, это дорого, это $117, потому что вот это вот все, это золото, напаяно 14-каратное сверху, пластины золота, видите, толстые. О чем стоит, собственно, проба. И по этому поводу это $117. И если хотите, можно поменять на английскую швензу за $9, можно не менять. Но серьги, конечно, будут очень и очень знатные. Так. Далее в нашей программе. Подсолнышки, как я вас люблю. Одна из наших самых любимых моделей. Ее всегда хотят. И я всегда набираю кучу и всегда остается. Потом кому-то не хватает, и опять я добираю кучу, и опять эта куча остается. Так, тут нужно немножко выгнуть швензу, а потом выгну. Значит, что у нас есть? А есть у нас, сейчас будет их много, приготовьтесь. Это модель, которая все, кто купил, началось все, по-моему, с Галки Элькиной, которая с янтарем их купила. Кстати, между прочим, в этой кучке с янтарем как раз мне и не сделали. И вот все началось с того, что было с янтарем, и всем понравилось, и потом мы начали с разными вставками, и в итоге это одна из самых популярных, наверное, после губки Боба, одна из самых популярных моделей серег, и поверьте, оно, как говорится, свое не зря стоит в своем статусе очень таких узнаваемых моделей, потому как реально в ушах смотрится классно, удобно и вообще, ну то есть, здорово, здорово. Отличные серьги. Это 23,38, $58. С опалом. Опал, оказывается, вы представляете, в Шаблюле еще есть и красные. У них не только белый и синий, у них еще и красный есть. Я вообще в шоке. Каждый раз что-то новое обнаруживается. Так, ваш любимый пиджин опал, голубиный опал. Вот он. Дужки они не позакрывали. Его номер 2340. Тоже $58, разумеется. Так. Следующий аметист. 2332. Аметист кабошоном. Иди сюда, дружочек наш. Вот он. Ну и тоже у меня, как всегда, претензии, когда клеят, неплохо было бы помыть. Ну, у кого есть время там мыть после приклейки камней, уже их, конечно, не моют, наверное. Хотя интересно, их полируют изделия до того, как камни вклеивают, или потом? Надо бы спросить. Видите, очень красиво с аметистиками. 23,32. Бирюза, тоже швензу не закрыли. Бирюза, я всегда повторяю, для тех, кому это важно, натуральная, из крупных кусков, 95% бирюза, 5% смолы, которые ее скрепляют. С такой бирюзой работают и Андрей Семенда, и Шаблюль, и кто еще у нас? А, ну и, конечно, пятый завод. Собственно, это они сертификаты показывали. То есть, благодаря им мы узнали, что это такое. Это, по-моему, Израиль с четвертого завода. Я чуть не припомню ни разу, чтобы мы украшения видели с бирюзой у него. Может, я просто не помню. Ребят, это я потом подогну. Они сделали очень туго крючочек. Я сделаю, будет хорошо. И это чароид. Это крючочек нормально. Значит, чароид у нас идет. Такой дикий. И он у нас, ребята, 23,36. Прям видно, как, насколько натуральный камень. Хвостик я подогну, не переживайте, все будет работать. Так, девчонки, вчера Светик
наконец-то Дубинская, так сказать, мы ее упрашивали, уговаривали, прошло время, и она согласилась и сделала совершенно потрясающий мастер-класс по вышивке брошки бисером. И самое классное, что она использовала там стекло Наташки Житомирской, которая великолепнейший мастер по стеклам, ювелирные всякие бусины и кабошоны, и вы просто получите удовольствие. У меня ссылка в сообществе. Сообщество — это вкладка, которая на моем канале. У меня там ссылка, обязательно посмотрите. Значит, это у нас амазонит. И он у меня в камере намного более синий. На самом деле он лазурный, только у него потрясающий зеленый цвет. 23-31. Так. Что еще тут у нас есть? Сейчас посмотрим. Лабрадоры есть. 23-33. Да, этот ювелир, который Швензов припаивал, он решил не заморачиваться, чтобы их позастегивать. Значит, лабрадоры у нас. Сейчас они идут... Нет, хотя это не зеленый, это именно посередине. Сине-зеленые такие камушки. После сложной процедуры, которая заключалась в вынимании из пакетика одного и добавлении другого, у нас получилась пара ониксов 23-35 и отдельно пара гранатов. Гранаты у нас будут сейчас 23-37. Гранатики. И луники, которые часто очень востребованы. Так, это я тоже подогну. Так, посмотрим. Двадцать три тридцать девять. Девочки, кто просил? Это было месяц назад видео 13.75. И до сих пор они не выкуплены с жемчужинками, луники. $49. Это наша модель проволочки. Помню, что даже несколько человек просила. И как-то вот всегда, когда первый, который откладывает и не выкупает, то остальные как бы получаются вне удел. Они спрашивают, я говорю, еще не оплатили. В итоге они теряют интерес. И в итоге у нас как бы украшения выходят опять в продажу. Как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. Так, ребята, выставляется в продажу колешка, которая по размеру была. Это был заказ, и просили другой размер немножко. Это стандартная, просили длиннее. И поэтому она выходит в продажу. Я сейчас вам скажу точно какой-то размер. Оно на 45. Вот такой вот рисунок. Есть к нему и серьги, и кольцо. Это такая вот серия интересная. Таких орнаментов. Такая колешка $74, 1408 ее номер. Так, еще у меня просьба откликнуться товарищам, которые заказали, и у меня немножко непонятка вышла. Я помню точно, что кто-то просил,
Это 14-19 на большой размер. Это такая неделька из трех штук. $39 с бирюзой. И вот она до сих пор не выкупленная. Значит, она идет у нас по размеру 20. Забирайте, чье или кто хочет. Также ничейное оказалось кольцо гнутый, как я его называю, гнутый Сатурн с лабрадором. Очень красивое кольцо. Может быть, кстати, я его и заказала просто так, это не был заказ. Так что забирайте, если что, $52, 13,82 на 19,4. Тоже очень ходовая модель и очень качественная, так удобно сидеть на пальце. Так. Заказ 13,86. Это все еще до научного материализма, еще до того, как я таблицу составляла с номерами заказов. Теперь у меня, конечно же, с этого месяца, так же, как нам марказит, это мы ввели в первое, и я поняла, что это работает отлично. Теперь и на Шаблюль тоже я выдаю номера заказа. Вот, это еще было до, поэтому трудно найти, кто просил. А теперь у меня все будет как в аптеке, ребята. 21,2. Девочки, кстати, не обращают внимания на то, что я выпускаю видео, которое подписываю заказы от Шаблюля. И спустя месяц спрашивают, а где мое кольцо, где мои часы. Оно уже месяц как лежит. Но теперь, надеюсь, такого не будет. После того, как у меня теперь научный подход такой. Значит, это у нас 13,86. Натуральный аметист граненый. $73. Эта девочка просила. Я даже помню, кто. На большой размер. 21,1. Но я не хочу ни за кем бегать, нет у меня на это времени. Поэтому, кто хочет такой классный размер, натуральный аметист, отличная модель, забирайте. $73. Так. 14-11. Наборная такая модель. Я ее время от времени заказываю, потому что мне она очень нравится. Ее нет в каталоге, в общем, $45. Дам сучит с бирюзой. Недавно у нас была с гранатами. И еще бывает с жемчугом такая же. Очень хорошенькая. И кто-то из девочек просил и не забрал. $13.84, $51. Это у нас губка Боб на 17 размер. То есть это 18 миллиметров. И тоже надо его помыть, я вижу. Так что забирайте. Недавно, кстати, кто-то спрашивал, есть ли лишний. Вот он. Так, ребят, у меня здесь есть корзинка одна, где всякие отложенные, пока не выкупленные вещи. Если кто-то что-то свое здесь обнаружил, срочно телеграфируйте. Значит, у нас лунники, помните, была серия этих моделей, часть забрали, 13,51, $51. Это раз. Дальше. 13,54 за $51 оникс черный. На ушах эти вещи смотрятся бомбически, просто классно. На вот эти серьги, которые я вам сейчас покажу, не поверите, было двое. Девочка по имени Света и девочка по имени Таня. 13,63 за $45. Так что или Света, или Таня. Света была первая, Таня была вторая. Серьги еще у меня. 13,63, $45. Это лавандовый фианит, глаз мухи, то, что мы называем. Вот такая тоже классная модель.
Так, 13,58 с гранатами за $51. Лабрадор отложили и потом вернули и взяли другую модель, потому что сюда нельзя вставить английский замочек, английскую швенду, потому что петля очень узкая. Тут это только вот с вот таким крючком. Поэтому эти серьги в итоге поменяли на другие, а эти вот выходят в продажу 13,60, $51. На удивление никто не забрал очень классную, мне полюбившуюся модель. Наверное, кроме меня никто ее не оценил. Такая качелька, которая, видите, это все двигается с натуральным жемчугом, такие тарелочки. Вот так никто пока и не заинтересовался. $51, 13,68. Остались свободные, было несколько штук с разным жемчугом. Вот с белым классическим не забрали. $36, 13,73. Гвоздики. 13,82, $25 сердечки. Аметист натуральный. 13,55, $51. Тоже остался пока в общежитии. Хотела сказать в приюте, потом подумала, это обидно. В общежитии. Домой еще не забрали его. На, скажем, в пионерском лагере до сих пор. Тоже они очень красиво на свет переливаются. Так, чем еще у вас, девчонки, здесь удивить? Ну, удивить вас я уже не могу, это я второй раз показываю, но, по крайней мере, может быть, удивить, что это осталось. 13,57, $51. Так, иди сюда, дорогой друг. С опалом. Опал бывает еще в шаблюле белый и, как оказалось, красный. Что совсем меня удивило, если честно. Очень классная модель колечками. Колечки, я считаю, это вообще одно из самых классных изобретений человечества в плане украшения. Вот данные колечки, они у нас идут шарик назад, а сердечко вперед. Это 13,80 за $34. И тоже помню, что их откладывали. Гранатовые такие же. Кто-то у меня даже спросил потом, можно ли забрать. И я сказала, нет, отложены. И вот, пожалуйста, они лежат. 13,79, $34. Это у нас... А, вот так. Подождите, сейчас я разберусь, как их вешать. Вот так, вот лицо. У них, получается, сердечки назад, а гранатики вперед. Видите, в этот, эти получились в другую сторону. Так, сердечки, гвоздики, вот такие, $25, 13,83.
Так, ребята, у меня на сайте выставлено кольцо очень красивое. На сайте оно будет стоить чуть, я здесь оно будет стоить чуть дешевле, на сайте чуть дороже. $41.13.92. Очень удобный, на восьмерку американскую. И с бирюзой, и отлично сидит на руке, и просто отличная цена для последних подорожаний серебра. $41.13.92 его номер. Так что, девчонки, забирайте. Можно рассмотреть у меня на сайте, оно там сфотографировано. И если мы уже говорим про бирюзу, тоже на сайте выложен кулон $13.94. Такой классной цепочкой. Вот такой вот классненький кулончик. Мы эту цепь называли попкорн, по-моему, шаблюри так ее называют. У меня это $64 будет. Вот под видео на сайте это дороже стоит. Цитриновое кольцо также на сайте выложено, и оно, я вам скажу, ребята, тоже очень красивое. 18 размер, ну, даже скорее 17,5, потому что туговато. 13,89. У меня здесь на видео это $47. На сайте это цена выше, 18,1, 17,5. К ним, по-моему, девчонки и серьги находили. И заказывали с аметистами, с цитринами. Слушайте, после того, как эту нарколабораторию накрыли, что-то мужик караоке не поет. Я все-таки еще надеюсь, что это он и был. Было бы неплохо. Одним выстрелом сразу два дела. По ошибке заказали кольцо не того артикула. Оно тоже у меня на сайте выставлено. $13.91. За $42 натуральная жемчужина. Супер. Для тех, у кого большой размер пальца, 21,2. Обратите внимание. Очень красивое кольцо. Отличный размер для тех, кому тяжело находить крупные кольца. И, по-моему, потрясающая цена. Так, если я уже тут в корзинке, которая под руками у меня, я вам уже все покажу. Золото 14 карат. Вот это все вокруг. Как вы видите, баклажановые жемчужины и белое. 18 размер. $100, ребята, это здесь. В видео, если вы заберете. Оно выставлено уже по более, по цене, которая выше, которая стоит в каталоге. Ну, а я вам его отдам за 100. 13,90. Так. $52. $13.96 с английской швензы. Вот такие робмики с жемчужинками. Тоже на сайте выставлены. Красивые очень серьги. Удивляюсь, что никто не забрал. Так. И вот такой вот интересный. $13.95 за $53. Мы их тоже знаем с разными вставками, висюльками. Бывают гранатовые, бывают бирюзовые. А у нас вот жемчужные. И вот этот вот знакомый принт, который и в часах используется, и в кольцах. Сюда. Не знаю, можно ли поменять английскую швензу. Вероятно, да. Так. Я, ребята, раз уже, как говорится тут, как говорят у нас на иврите, нехнас лишвунг, что значит, вошел, как говорится, в Остапа понесло.
Я вам еще покажу здесь пакетики. 12,25. Это тоже был чей-то заказ, по-моему. По крайней мере, он лежит в пакетике с заказами. А может быть и не заказ, а может зря я так на людей. Может это и новинка была, просто не отобрали. Короче, у меня тут Тамарочки, моей дорогой невестка, ищет на подарок своей коллеге браслеты. Попросила шаблюлевские браслеты показать. Я ее направила на сайт, потому что там браслетов куча выставлена. Я говорю, что тебе нужно, я еще отдельно тебе сфотографирую. И вот тут я обнаруживаю, что того, чего нет на сайте, тут, оказывается, еще есть у меня в корзинке. А корзинок у меня много разных. И я вот показываю, может быть, понадобится. Значит, вот такой вот интересный вариант. Я наоборот надела, потому как должна быть картинка наружу. 12,25, $97. Тут всякие шарики серебряные, круглые ровные жемчужинки, такие трубочки. Так, далее. Кольцо великолепнейшее. Его отложили, но потом передумали. Это оникс с золотом, 12,11. Его номер, $81. Значит, фишка тут в том, что здесь золотой цветочек 14-каратного золота. Размер 19. Модель очень удобная на руке и симпатично очень смотрится. Значит, еще тут браслетик такой нежненький, классный, на цепочках за $60, 12,20. На него я очень советую вешать страховочную цепочку, которая уже у многих есть, потому как тогл здесь тоненький, и будет вам очень даже вот такая симпатичная версия. Милашка. $12,20. Еще у нас тут браслет тоже бесхозный лежит, плачет, говорит, заберите меня. Это $73, 12,12. Тот был 12,20, это 12,12. Вот он идет у нас. Так, что с тобой случилось, друг наш? Провалился он в этот... Ну, иди, иди. Как ты так умудрился, скажи? Непонятно. А, вот, все в порядке. Значит, он у нас вот такой. Он идет на струне. И потом идет вот всякие запчасти к нему серебряные. С цепочкой. $73. О! Вот он, красивенький. Так, еще одни серьги у нас, $47, 12,23. Вот такие милашки, малышки. Кто-то у меня сегодня спросил, можно ли такую модель с перуанским опалом. Проверили, к сожалению, нету. Но зато сюда можно красный опал поставить лабораторный вместо синего. Тоже будет прикольно. Набор очень нежный, тоже все его любят, часто заказывают. Это у нас, ребята, 12,16 и 12,17. Кулон $48
И к нему серьги за 41. Можно разделить совершенно не обязательно вместе. То есть это может быть и отдельно. И у меня есть такой же кулон отдельно, кстати, без серёг, если кому-то нужно. Под номером 1215. Так, за 115 долларов золотом 14-каратным. Вот здесь у нас все это дело опайка. 1224. Восемнадцатый размер. Красивейший фианит. У меня было такое ощущение, что забрали это кольцо, и вот я с удивлением вижу его в корзинке. 12,24, 115 долларов. Девчонки, извиняюсь, 12,19 за 129 долларов, тоже золотом, фианит аметистовый. Здесь, видите, золотая напайка, очень крутое кольцо. 14-каратная, большая. И, соответственно, цена, поэтому 129 долларов, 12,19. 12,18 за 100 долларов с жемчужиной, тоже с золотом. Тоже золотая напайка. 14-каратного золота и крупная жемчужина. Тоже знатное кольцо. 19,6. И хочу закончить это супер-пупер длинное видео вот таким вот браслетом листики. Тоже очень любят все этот... эту модель, да, Тигрюша что-то хочет. И только проблема, что это всегда на большое запястье, он обычно длинный почему-то. Да, Тигрюня? Тигра с нами солидарно. С сапфирином, это голубой агат, номер 144, этот браслет у нас есть на сайте. Ну и цену его, конечно, я не помню. Вот классно так закончить видео. Сейчас проверю. Ребята, 73 доллара. На сайте он, по-моему, выставлен в эту же цену. Я проверила по каталогу. Длина у него, девчонки, я вам промерю, чтоб точненько все это дело. Сейчас. Так. 20 сантиметров, даже больше, 25 миллиметров. 20 сантиметров, 5 миллиметров. То есть он реально на 19 запястья, большой. При заказе такого браслета имейте в виду, что надо указать обязательно длину, для того, чтобы сняли тут немножко шариков. Все, ребята. До следующего видео. Всем хорошей весны. Тигрюша сейчас с вами попрощается. И Грюня. Ну, скажи девочкам пока. Ну, ты ж только что у нас говорливая была. Не заинтересована. Ладно. Все, всем пока. И до встречи в следующем видео. Будет пятый завод. Наконец-то продолжаем.